Здравствуйте! Мы сегодня беседуем с Владимиром Фомичевым о перспективах развития коммуникации, о телевидении и всех подобных темах. Здравствуйте, Владимир! Добрый вечер. Что вы можете сказать по этому вопросу? И занимался телевидением в основном нишевым, да? Если это нужно, я расшифрую это понятие. Пожалуйста. Но мы-то с вами точно помним первые шаги телевидения. И это, как правило, было государственное телевидение. И наполнение его было довольно пестрым, да? Информационный раздел, какие-то фильмы, какие-то передачи. Я бы это назвал телевидение для всех, да? Старались угодить всем вкусовым пристрастиям, какие возможно. Это длилось довольно долго в нашей стране, в Советском Союзе и в России. Продолжает еще существовать. Но на определенном этапе, когда возникла потребность в монетизации телевещания, да, то большинство развитых или развитых, как вам удобнее, стран оставили 1-2 государственных канала, то бишь каналы, которые существуют на бюджетные деньги. И это, пожалуй, их задача, это средство коммуникации с избирателями в первую голову, да, и во вторую просто с гражданами, пусть даже пассивными. Так вот, освободившиеся частоты и создаваемые новые, да, список частот расширялся, я имею в виду эфирное телевидение в первую очередь. И, соответственно, эту нишу заняли. Вот, извините за тавтологию, нишевые каналы. Нишевые каналы – это каналы, ориентированные на определенный сегмент аудитории. Женской ли, мужской ли, в них тоже будут подкатегории женщины состоятельные, женщины несостоятельные и так далее. Ну, для примера, там, если мужчины, то каналы, посвященные там, футболу или более узкой категории граждан, там, охоте, рыбалке. Вот это принято называть нишевыми каналами. И на сегодняшний день нишевые каналы наиболее востребованы. Тем не менее остаются государственные каналы, да? В первую очередь их задача, как бы грубо это ни звучало, но то, что по-английски называется brainwashing, да, понятное. Промывка мозгов. Ну да. Ну, соответственно, освещение довольно субъективное, скажем, да. Кто девочку танцует, кто за девочку платит, тот ее и танцует, да. Освещение событий в стране, да, в мире. Но для привлекательности, естественно, они оставили какие-то фильмы. Бюджеты у них, как правило, большие, если я имею в виду, там, в том числе и нашу страну. И они могут себе позволить приобретать там оскароносные фильмы, демонстрировать в эфире матчи там Суперлиги и прочее, прочее, прочее. Ну, а касаемо технической стороны, я думаю, что большинство ваших слушателей об этом догадываются. Эфирные каналы подвинулись, появились спутниковые каналы, да, спутниковые платформы, агрегаторы, которые собирают там массу каналов. Соответственно, вслед за ними появилось кабельное телевидение, особо распространенное там в Соединенных Штатах. Кабельное телевидение дает самую лучшую картинку, ибо по техническим параметрам менее подвержено агрессивной окружающей среде атакам, да, там солнечная интерференция или там ветер не в ту сторону дует, или дождь, гроза. Поэтому в зависимости от географического расположения наземных операторов, которые, ну, последнюю милю доносят до потребителя телевизионный контент, выбирается один из этих трех способов, да, к которым ныне еще присоединился IP-протокол, да, то есть интернет-вещание.
Сами понимаете, что, предположим, ну, если кто-то еще помнит, что такое Якутия, там, или какие-нибудь отдаленные населенные пункты, малонаселенные, то туда проводить кабель, прокладывать просто нерентабельно и гораздо дешевле забросить сигнал через спутник. Тарелку поставил, смотри. Ну, это касается вот вкратце... А что именно вы делаете? Я лично? Неужели моя скромная персона кого-то интересует? Ну, на сегодняшний день я делаю все от начала до конца, замкнутый цикл. А начинал как, ну, скажем так, глава департамента, который занимается продвижением канала, да, то есть, ну, все телевидение представляет из себя звенья, вот два звена таких крупных, студия, предположим, где формируется контент, а дальше, чтобы этот контент попал к Борису Кригеру или к Владимиру Фомичеву, нужен... Опять же, Фомичев, который договорится о том, каким путем этот и на каких условиях этот контент к нему попадет. Это так называемый либо департамент развития, или департамент, ну, это не важно, как вы это назовете. Вот это был первый этап. А дальше больше в какой-то момент я создал канал с чистого листа, то есть... Меня пригласили, я посмотрел, что они делают. С моей точки зрения, это хоум-видео, да, то есть не представляет интереса для окружающих. Поэтому попросил листок бумаги, разграфил, и вот был придуман канал «Матрица», из которого потом вылез полновесный канал. Да, то есть, а какая у него направленность? Ну, в «Матрице» было три. Первая часть была посвящена женской аудитории, вторая – студенческой, и третья – любителям конного спорта. Практика показала, что монетизируется лучший сегмент, посвященный женской аудитории, ибо всем известно, я думаю, и особенно мужской части, что распорядители кошельков, как правило, в семье женщина. А так как канал коммерческий, я сейчас говорю о коммерческих каналах, то... Этот сегмент был расширен до полновесного женского канала. Это был первый в России канал, посвященный целиком женской аудитории. Ну, скажите, Владимир, вот вам не кажется, что YouTube вот, и подобная методика, она вытесняет? То есть настолько вытесняет, что во многих домах просто уже нету телевидения? Даже телевизоров уже нет. Согласен. Не просто во многих, вот даже у моих ровесников, в том числе, и я знаю прекрасно даму с красным дипломом там, и золотой медалью, которая давным-давно не пользуется телевизором. Но я бы не... Я не могу категорично утверждать, что этот процесс, как бы сказать, всепоглощающий. С моей точки зрения... По-моему, это Мао Цзэдун говорил, или ему приписывать, что пусть будут все краски. Да? То есть есть и место для эфирного телевидения, есть для нишевого телевидения, есть для интернет-телевидения. С моей точки зрения, интернет-телевидение, YouTube – это общее понятие, YouTube – это платформа, это не телевидение, это агрегатор. Да. Я думаю, что вы имели в виду различные стрим-каналы, на котором мы сейчас с вами беседуем. Это такие... персонифицированные каналы, да, когда один человек, это и есть весь канал, то есть абсолютно субъективный, да. С одной стороны, это хорошо. Ну, да? Почему? Вот мы приглашаем гостей, и гости высказывают разные мнения. Просто вот если сравнить, да, по продукции, которую мы производим, в некоторые недели выходит до 12 часов записи. Это много. Смотрите, одно другому, еще раз я говорю, не противоречит и вашим, вот в ваших первых словах, когда вы оппонировали мне, да, уже с моей точки зрения закралась ошибка. Ибо канал
Бориса Кригера вы приглашаете, да, но вы вольны пригласить того, кого сочтете нужным, это первое. Второе, если передача идет в записи, то вы вольны ее туда, вы ее вольны не транслировать. Поэтому я и говорю о персонализации таких ну, каналов. Ну да, ну такие же манипуляции возможны и на основных каналах. Возможно, согласитесь, там все-таки есть понятие какого-то коллективного мнения, где люди прячутся за друга, коллективная ответственность, и, соответственно, принятие решения не столь оперативное, поэтому вылезают какие-то передачи там, которые не вписываются в формат канала. Они могут быть интерпретированы как скандальные, не скандальные и так далее. Ну, демократичность как бы зашкаливает вот на YouTube. То есть практически каждый может создать свой контент, и этот контент будет на уровне с официальными каналами. Единственное, насколько ты можешь его продвинуть, и сколько у тебя будет зрителей, и насколько это будет эффективно. Но такого раньше и представить себе невозможно было. В 70-е, 80-е годы, что любой человек мог создать себе подобие каких-то передач, высказывать какие-то мнения, приглашать каких-то гостей. Вот, то есть существовал очень высокий и непреодолимый порог, даже на Западе. И престижность как бы телевидения и его суперэффективность считалась как притча во языцах. Вот. А сейчас как бы этого порога практически нет, есть постепенный переход от каких-то совсем незначительных попыток кого-то что-то делать до самых престижных каналов, в том числе CNN и прочих, которые тоже размещают свои материалы на том же самом YouTube. Смотрите, здесь немножко путается понятие. Еще раз говорю, YouTube – это платформа. Она... Значит, по поводу демократичности. У того же Ютуба, как вы знаете, и скандалы вы эти видели, включая там, когда заблокировали, там, забанили действующего президента Дональда Трампа, да, то есть владелец компании-агрегатора, это и есть центр. Нет, ну это понятно. Мы сейчас не пытаемся обсуждать какие-то отклонения в политике, тем более текущей политике. Речь идет о том, чтобы понять, как будет устроено, каковы будут тенденции, как будет устроена эта сфера через 10 лет, куда она двинется. Вот. Сейчас это настолько все как бы сыро и в процессе развития, что трудно себе представить, как это будет все развиваться. По сути дела, то, что происходит, у нас создаются такие индивидуальные туннели реальности. Это да. И каждый живет в этом туннеле. Вот, допустим, я включаю свой YouTube, и он мне предлагает то, чем я интересовался вчера, позавчера, и вообще интересуюсь. А тут, если вы интересуетесь, скажем, кошками, собаками, но не интересуетесь политикой, вы можете пропустить Третью мировую войну. Он вам просто не предложит ничего из новостей, из того, что происходит сейчас. И это, с одной стороны, как бы плюс, потому что такой индивидуализации... Телевидение с двумя программами в советском не было, да? Либо то, либо это. А с другой стороны... Причем и то, и это одно и то же, да? Да. А с другой стороны, отрицательная сторона, то, что человек оказывается в какой-то западне. Конечно, замкнутое пространство. И я пытаюсь, скажем, вырваться из этой западни, и не могу. Потому что трудно себе представить, что искать, если ты не знаешь, что искать. То есть самая трагическая ситуация, когда ты сидишь перед окошком поиска и не знаешь, что туда внести. Да? Ну, здесь, какие... согласитесь, Борис, извините, что прервал вас. Вот это, ну, может быть, еще 5, 7, там, 8, 10 лет назад, я не знаю сколько, на заре вот интерактивного телевидения и так далее. Вы сидели и мучительно думали, а чем бы себя позабавить, развлечь или успокоить. На сегодняшний день вы прекрасно знаете, если вы активный пользователь интернета, за вас вам предложат любую подборку. Вот я сегодня включил телевизор, да, я никогда не смотрю на нем телевидение, я слушаю клипы, которые мне интересны, музыку. Я не успел еще даже подумать, что я хотел послушать старые романсы, и вдруг у меня выплывает подборка старых... Слушайте, ну я, может быть,
И там один-два романса, там, может быть, в прошлом году или полгода назад включался, а мне уже сегодня за меня, и вы это А прекрасно может быть, они знаете. уже умеют читать мысли? Нет, это же есть абсолютно такая индустрия программирования, которая на основании ваших похождений в интернете составляет ваш психологический портрет, ваши потребности и так далее. Это в первую очередь для продвижения товаров, короче, все ради денег, понимаете, да? И сделаем шаг назад по поводу индивидуальных каналов. Борис, они на сегодняшний день и на завтрашний, и на послезавтрашний перспективы, почему еще власть их не боится, да, ну, любая власть, там, власть золотого тельца или репрессивная, ибо, чтобы продвинуть самый замечательный канал Бориса Кригера, нужно иметь такое количество денег, иначе его никто не увидит, кроме 2-3 человек, или нужно прожить, я не знаю, 2-3-4 жизни, когда о нем кто-то узнает. Большие каналы, когда появляются, я как раз, у меня спросили, чем я занимаюсь. Вот у меня канал готов к выходу, и к моменту, когда он выйдет в эфир, то есть будет включен рубильник, и он появится на спутнике, предположим, там, Orbit или еще какой-то, у меня к этому моменту уже составлено там 300, 400, 500 договоров с крупнейшими платформами, наземными и неназемными, и они знают о том, что канал выйдет, и они предверили его появление рекламой, и в момент, когда он появляется, у него уже многомиллионная аудитория, а дальше аудитория решает, интересен ей этот канал или нет. И то же самое, и вы знаете, и в интернете, я когда-то с вашими согражданами, если вы в Канаде, запускал радиостанцию «Радио Няня», и по первым независимым измерениям она вышла, она была русскоязычная, она заняла, по-моему, вторую или третью позицию в рейтинге русскоязычных радиостанций, далеко опередив радиостанцию Аллы Пугачевой, которая до меня вышла со своей радиостанцией. И этот интерес продолжался, там, я не знаю, в течение месяца. Это всегда так бывает. Появление нового продукта вызывает интерес. Далее, в зависимости от того, удачно вы его сделали или нет, ну, удачно не с вашей точки зрения, а с точки зрения потребителя, интерес к нему, естественно, пропадает, и у вас появляется какая-то своя аудитория, да, которая больше или меньше. Любой шаг в сторону, там, переформатировать, там, это опять нужны колоссальные инвестиции, чтобы, кстати, еще больше, чем при запуске, чтобы доказать, как правило, люди вообще меняют название, или фронтмена и так далее, что вы переобулись, переоделись, что вот эту мы опускаем уже историю, которая оказалась неудачной, а запускаем новую версию, да? Поэтому бояться стримов, что они переплюнут большие каналы, я имею в виду каналы, распространяемые традиционными способами, да, не следует, ну, возьмите пример там «Эхо Москвы», типичная нишевая радиостанция, да, самая интеллигентная, самая любимая, самая сложная, у нее аудитория была в Ютубе 1 000 000. Кстати, примерно столько же было и слушателей FM. Это она выбрала свою аудиторию, которая она интересна. Ну вот в том-то и дело, что мне вообще кажется, что людей не так много. Вот вчера сообщили, что родился 8-миллиардный младенец на Земле. Но по моему опыту я все время натыкаюсь на одних и тех же. И по жизни, даже при том, что я сменил несколько стран и пару континентов, я все время общаюсь с одними и теми же. И такое впечатление, что вот эти вот якобы массы статистов, они как в компьютерной игре не прорисованы. То есть вот они вроде как есть, эти толпы, но их присутствие совершенно не ощущаешь. Ну, потребители любого вида ТВ-контента... О, у меня афоризм возник. Потребителей не судят. Да-да-да. Кстати, в некоторых странах уже теперь судят даже потребителей. Но не будем об этом, о грустном. Потребителей вообще информации, вы как философ, да, должны понимать... Надо сказать, зрители не судят. Да, но иногда не выпускают из зала заседания. Так вот, потребителей информации вообще на Земле немного.
Вы уже только что сказали, вы обратили внимание, что, предположим, из 10 человек, да, то только один, может быть, ему интересно что-то узнавать новое, и вообще какая-либо информация за пределами кармана его брюк там, или там, кредитной карты. Понимаете? Она, поэтому будет 8 миллиардов или 12 Да, но с миллиардов. другой стороны, да, можно, конечно, сказать, что вот мы такие крутые, умные, а все остальные чисто статисты. Но когда я случайно сталкиваюсь с каким-нибудь неизвестным мне человеком, совершенно случайно, скажем, еду из Соединенных Штатов в Канаду и подвожу человека, вот просто взял и 8 часов его подвожу до Торонто. И он раскрывается как полноценная личность, как интересный человек с глубокими политическими убеждениями, взглядами. И вот этот разговор, который 8 часов у нас длился и продолжался достаточно долго, но очень давно, уже лет 10, я его прекрасно помню. То есть вот получается, что не все статисты. Вот ткнешь рандомально. Еще иногда я беседую с разными авторами в таких закоулках России, где трудно себе представить, что вообще жизнь существует. И опять поражает и интеллект, и развитие, и оригинальность мысли, и богатство языка. То есть вот оно вот такое, да, вроде как и неактивное большинство, а оно такое с перчиком. Ну, мне кажется, что вы как раз сами и ответили на свой вопрос. Если у человека глубокие познания, если у него богатый внутренний мир, согласитесь, он очень избирателен в потреблении вот, контента. Поэтому и возникают, как правило, между собойчики, которые уже могут ограничиться, я не знаю, там, 10, 15, 20 или 30 человеками. Нет, с другой стороны, я человеколюб, видимо. Это не людоед. Человеколюб. То есть в свою бытность священником по долгу службы я активно любил людей. И подвозил, то есть вот буквально бесплатно развозил людей туда-сюда. И вы знаете, все люди интересны, все люди самобытны. Даже тех, кого мы считаем недалекие, они в своей недалекости, они тоже интересны. Как Плиний младший или старший писал, что любая, даже не очень хорошая книга чему-то учит, также и встреча с любым, даже совсем недалеким человеком, тоже она интересна. Человек вообще это интересное существо. Я бы даже сказал, интереснее кота, хотя коты, безусловно, очень интересны. Ну, это бесконечная тема, я думаю, она должна быть посвящена какая-то отдельная передача, потому что мы мало знаем котов, мы мало знаем букашек, мы мало знаем они, слонов. Они молчаливые, то есть действительно, если пригласить кота на беседу, он много не скажет. Чтобы судить о том, интересны они или нет. Я как раз подвожу это к тому, что то, что я делаю. Вот вы сказали, я избираю, кого приглашать, кого нет. Нет, я всех приглашаю. Абсолютно. Мне интересны люди, каких бы взглядов они не придерживались и прочее. И второе, что вы сказали, что я вырезаю, могу не поставить, но это очень редко. Это очень редко. Чаще всего я ничего не вырезаю, все ставлю. Смотрите, хоть мы нарушаем тогда, получается, заповедь, что о присутствующих не говорят, но вы не дали, как там минуту назад сказали, что я человеколюб по долгу службы, говоря о своей... Я пошутил, там по-другому я, было. Я понимаю, сначала да? за человека любился, потом нашел себе службу, да, чтобы вот это оправдать. Вот эта поправка принимается, иначе ваши прихожане, наверное, смотрите, мне кажется, что несмотря на весь декларируемый демократизм, я не вас имею в виду, а любого, и в том числе себя. Мы все-таки лукавим. Хозяин барит, и любое исключение – это подтверждение правила. Тем более, что абсолютная демократия, ну, наверное, не существует как любого вида абсолюта. Да? Значит, какой-то внутренний цензор есть. Вот у меня, например, да, если опять будем говорить о себе любимых и великих, когда мне надоедал очередной проект, и я собирался там поменять телеканал, то тем не менее я говорил, что я буду согласен сотрудничать с любым телеканалом, ну, кроме, и называл кроме чего. Каналом, ну, там... Такое тоже бывает, конечно. Скажите, конечно. Владимир, а вот вы говорите, вы там вот этим занимаетесь.
А что-то туда к вам тиснуть можно? За деньги, не за деньги? Нет, в данный момент я представляю два крупнейших азиатских телеканала, и это мировые бренды. А скажите, а еврей это азиат? А, кстати, про них и говорят, что, например, вот корейцы – это азиатские евреи, да? Кстати, я не знаю, Если кому... надо, я могу сощуриться. Я Я понимаю, уже да. сощурился. Я, кстати, подумал о том, что если называть вот корейцев азиатскими евреями, то это комплимент в чей-то адрес, либо евреев, либо корейцев. Так вот, там в договоре, как правило, Это комплимент в адрес собак. наверное, там записано, что это идет прямая ретрансляция без вставок, то есть я не имею права влиять, изменять структурную сетку. Я могу выступить с какими-то предложениями, да, но А на каком это языке азиатский? азиатские каналы, их всего два крупнейших, они вещают на всех языках. Аль-Джазира, Можно. что ли? А? Аль-Джазира? Аль-Джазира – это арабский канал. Ну, я в курсе. А, ну да. Нет, я сотрудничаю с телеканалом KBS World, это южнокорейский, и южнокорейский канал Ариранг. Один формат такой культурологический, а второй семейный, если взять на И связь. на кого вы распространяете их вещание? На всех желающих, то, что называется, и не желающих за это меня и ценят. А другое дело, что они вещают на английском и на корейском, а корейская диаспора в России не столь велика, предположим, как в Соединенных Штатах, например, да? В Соединенных Штатах она не просто многочисленна, она еще и очень влиятельна. Ну, может быть, уступает китайской, но не сильно намного, скажем так. А в России они в основном живут на Дальнем Востоке. И, к сожалению, это происходит со всеми нациями. Многие уже плохо понимают родной язык. Да? А как построен ваш маркетинг? Как они узнают о вас? Как они узнают обо мне? Только хотел сказать, обо мне трудно не узнать. Как они узнают? Зрители узнают через наземных и спутниковых операторов. Я договариваюсь с наземным оператором, со спутниковой платформой, То есть размещаю там вы канал. размещаете это и если они хотят, они заказывают это в пакетах каналов, да? Ну, в пакете, как правило, заказать нельзя, это просто размещается в пакете. Ну, каждый пакетирует оператор, как он хочет. Обычно эти каналы попадают в пакет этнический. Да, и, предположим, там появился еще... Их в мире корейских каналов всего два. Поэтому любой этнический пакет без южнокорейского канала уже, в общем, неполноценен. А если мы еще учтем тот факт, о котором я думал еще 8 лет назад, и мои предположения сбылись, возникший бешеный совершенно интерес к корейскому кей-попу, да, и вы, наверное, знаете или слышали о том, что корейская группа, лидирующая в этом кей-поп, молодежная, я помню ее снимок в овальном кабинете с действующим президентом Соединенных Штатов. Это уже о чем-то говорит. Да? Поэтому вот таким образом потребитель узнает о том, что там появился канал. И я не могу сказать, что у него высокие рейтинги, это было бы неправда. И я никогда на это не рассчитывал. Ибо знание английского языка, тем паче корейского, естественно, хромает. Да? А кто в этом случае платит? Конечный потребитель или те провайдеры, с которыми вы связываетесь? Ну, здесь, да, вот это расхожий вопрос, я его слышу даже от родственников. Я не торгую каналом. Дело в том, что когда они вышли с предложением, я их предупредил сразу, так как я хорошо знаю рынок за эти годы, да, вот, что распространять его за мзду я не буду, ибо это тупиковое направление, абсолютно. Поэтому его распространять можно только на бесплатной основе. Тогда потребитель смотрит или не смотрит, но, по крайней мере, ему это ничего не стоит. А как только этому будет стоить хотя бы 10 копеек, он еще раз задумается, нужно ему это смотреть И или не они нужно. согласны вам за это платить? Кто они? Корейцы. Естественно. Дело в том, что канал Ариранг – это государственный канал.
у него вообще нет задачи монетизации, он живет на тот бюджет, который ему выделяет правительство, поэтому он представлен во всех странах мира, практически на всех языках, там переключаешь кнопку и смотришь на суахили там или на каком-то. А как они на вас вышли, или вы на них? Это довольно забавная история, как если люди думают, знают, что я писатель, подумают, что я ее придумал. Мне ночью раздался звонок, и на ломаном английском языке спросили, я ли это или не я. Я сказал, что я – это я. И, короче, утром постучались в дверь, вошли два незнакомых человека азиатской внешности. Я положил до их прихода револьвер под стол на всякий случай. А вы в каком городе? Я в Москве. Понятно. Вот. И на вопрос, откуда они узнали, где я живу и кто я такой, они мне тогда и не ответили. Но я потом уже понял, мы уже работаем вместе лет 8, я его второй раз не задавал, я думаю, что их поставило в известность посольство. А вы как-то каким-то боком корейцам имеете отношение? Никакого до той поры не имел, но на российском рынке так получилось, людей моей квалификации и репутации можно пересчитать на пальцах руки, и то инвалидные. Поэтому это довольно... А почему вы не добавляете к этим двум каналам другие? Что если уж вы, если вы предлагаете, то предлагать больше, чем два? Ну, до определенных событий... Ну, например, в Израиле есть небольшие разные каналы, которые хотели бы попасть на российский рынок. Вот это, по-моему, абсолютное заблуждение. Значит, в Израиле, насколько я помню, я хорошо знаю Израиль, поверьте мне, это видно по моему носу. Русскоязычный, там, по-моему, называется 9-й или 10-й канал, когда я спрашивал... 9-й, ну, я, видите, правильно сказал. Такой невзрачный, но неважно. Когда-то я спрашивал еще много лет назад своих друзей, коллег, почему здесь не представлен этот канал, на котором, как выяснилось, работают наши выходцы, в том числе из России, из Советского Союза, скажем так. Мне говорили, что попытка уже была, она закончилась ничем, провалилась. Вот. По-моему, я даже как-то и написал туда один раз, но я уже понял, что... Ну, если вы же жили в Израиле, вы хорошо знаете, наверное, это государство. Оно, в общем, как-то закуклилось в основном в этих своих делах. А уж тем паче русскоязычная диаспора. Это первое. И второй момент, очень существенный. Перекинуть сигнал из студии в Израиле в Россию через спутник, через один какой-то, практически невозможно. Это нужно делать под скоком. Потому что израильские спутники не покрывают Почему нельзя все через интернет делать? А через интернет, мне кажется, что они, во-первых, пытались это уже сделать. Может быть, он сегодня и существует в интернете, но когда канал появляется в интернете, ему не нужны дистрибьюторы, каким являюсь я. Пожалуйста, вышел в интернет. Но вы знаете, аудитории-то плохо пересекаются. То есть... Редко бывают люди, которые сочетают и телевидение, и интернет интенсивно. Потому что существуют определенные привычки у человека. И определенный возраст, понимание, там бабушки, дедушки, они скорее смотрят телевизор. Более молодые скорее смотрят интернет и уже отказались от телевизора. Поэтому дублирование как бы и в пакете каналов, и онлайн практически у всех происходит. Вот это феномен действительно труднообъяснимый, потому что на российском рынке, опять же оговорюсь, до определенных событий, но завтра это, я надеюсь, когда-нибудь кончится, представлено такое количество зарубежных каналов, включая экзотических, на экзотических языках, и нету канала из Израиля, где живет каждый пятый русский, а каждый шестой отсюда еще туда уже собирается. Вот нету. Понимаете, это с моей точки зрения... Но я согласен, что их содержание будет очень местным. То есть то, о чем они там говорят, это будет обсуждение местной политики, совершенно верно. Вопросов. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот ежели бы они когда-нибудь предложили мне бы их распространять в России,
Первое, что бы я им сказал, что да, конечно, я соглашусь. Но могу сразу вам сказать, вот я говорю вам, как представителю, скажем, 9 канала, с вашим контентом в России мечтать о деньгах сразу забудьте и о высоких рейтингах забудьте. Они могут это использовать для продажи своей рекламы. То есть местные рекламодатели, их можно соблазнить выходом на российский рынок. Значит, про этот соблазн, ну, вам простите. Типа, вопрос. Знаете, вот всякие клиники, это модно. Да-да-да, продукты Мертвого моря, клиники, да, и так далее. Значит, смотрите, давным-давно, я уж не помню, в каком году, очередная поправка и очередной указ президента нашей страны, который был притворен там... Запретил иностранную рекламу? Нет, запретил рекламу на иностранных каналах. Вот так. Поэтому... Когда можно, это называется, как это, не инкорпорация, когда вставляют, ну вот если бы сейчас мне бы заплатил кто-нибудь за что-нибудь, и я бы в контент нашей передачи бы, это бы... Это называется на жаргоне... Интеграция. На, но это вы берете очень интеллигентное слово, научное, у нас это называется джинса. Да? Когда я разговариваю с Борисом Вигером, а у него за окном там где-то, не знаю, стоит Audi Volkswagen, Audi какой-нибудь, и видно хорошо марку этой. Нет, машины. Сейчас это у нас официально на YouTube это называется интеграция. То есть именно что это не рекламная вставка, а сам блогер или тот, кто ведет передачу. Это называется по-английски product placement. Он тоже запрещен. Как и прямая реклама. Прямая реклама – это, ну, я не знаю, зачем мы это говорим зрителям, это когда указаны реквизиты компании, которая производит или предлагает этот продукт. Да. Product placement, там ничего не указано, светится только бэджик там или что-то в таком духе. Не, ну, может быть, упоминание как бы. Может быть, передача, можно пригласить директора клиники, и даже если он не назовет свои контакты, сейчас все развитые. То есть, он и клинику не имеет права назвать, понимаете? Да. Да, он должен говорить, извините, о гонорее, в общем, я так понимаю. У вас есть Твиттер? Нет, я его уже вылетел. Да. Ну, с моей точки зрения, эта тема открыта, и поверьте, я с превеликим бы удовольствием и с колоссальным дисконтом работал бы. Сколько это стоит? Вот, допустим, у меня канал, я к вам прихожу и говорю, разместите мой канал в максимальном числе пакетов вещания провайдеров по России. Ну, мои расценки никогда не менялись, они остались за последние там 8-9 лет неизменными. Значит, это стоит абсолютно замкнутый цикл, это не называется, там контракт, как правило, на 5-7 листах. Это все, это не только размещение канала, это и правовое сопровождение. Для этого, кстати, не имеет права быть отдельное физическое лицо или даже ИП. Это должна быть структура не менее как ООО. Значит, нужно содержать контору и так далее и тому подобное. Короче, все вместе. Это обходится компаниям, как правило, к телеканалу обходится в 10, сейчас я вам скажу, 20 тысяч all in all в год. Это очень незначительные деньги. Вот, включая это евро, налог. Долларов, в какой валюте? Ну, на сегодняшний день, как вы понимаете, евро и доллар – это одно и то же, да? Ну, это временно, возможно. Ну, да. Но у нас расценки были всегда в долларах, ибо это была самая удобная для расчетов иностранных потребителей валюта. В принципе, без разницы, какая открываете счет в банке, хотите евро, хотите в доллар. Вот. Я вам скажу, что дабы избежать, это очень часто бывает, и все телевизионные каналы страдают этим, постоянных штрафов в пользу государства со стороны Роскомнадзора, плей-аут я делаю в России сам. И уже мои люди выполняют все распоряжения, касающиеся закона о средствах массовой информации. Дело в том, что он в каждой стране свой. В Канаде свой, в Америке свой, в Бельгии свой и так далее, и так далее. Включая возрастные метки, вы понимаете, да? Да, да. В одной будет 16+ стране, а в другой 15+. И любое нарушение грозит отзывом лицензии. Mm-hmm. Да? Это все лицензированные виды
деятельности. И, кстати, за океаном везде этот да, тоже да, лицензирован. да. И довольно строго, Да. да? Вот. В этом-то Поэтому... и заключается преимущество YouTube, что хоть мы и жалуемся, что он там кого-то исключает, что-то делает, но мы достаточно свободны здесь в выражении. Вы Достаточно на это могу... скажете, что нас никто не слушает, это тоже правда. Но... Нет, ну почему? Мне вот за... В прошлом году там предлагали площадке размещать контент, так там я могу вам сказать договор на размещение по объему, который регулирует размещение, ну, наверное, раза в три больше, чем мой договор, например, с телеканалом. Да? Там очень много подводных камней, которые, как правило, люди просто не читают. Вот я снял свою кошечку на диване, запузырил там в YouTube и думаю, что это все прекрасно. Ничего подобного. Нужно внимательно читать и потом еще надо подумать. Ее, во-первых, она должна быть одета. Да, Во-вторых, соответствующим возраст образом. у нее должен быть согласие. Не меньше Да, там. да. Кошечка не меньше 16 лет. И чтобы ничего лишнего не мяукало, да? Да, и Это письменное главное. согласие, заверенное нотариусом, чтобы Да. там был это отпечаток Да. лапы кошки. Да. И справка из ветеринарки от Гринписа, общества защиты животных. Да. Короче, 100 раз подумаешь, И нужно тебе или нет. генетический код, подтверждение того, что это не кошка, а кот, то, что это не кот, а кошка. Ну, согласитесь, Борис, как бы мы ни ерничали на эту тему, я действительно считаю, хотя абсолютно, вот, с моей точки зрения, демократичный человек, но анархии не должно быть. Вы волей-неволей, если не будет в человеке внутреннего цензора, помноженного на его образовательный какой-то уровень, да, довольно серьезный, то должна быть обязательно какая-то вот цензура. Вы сказали внутренний цензор, это да. А вот насчет ограничений, вы знаете, в мире постоянно творится такой беспредел на государственном, на надгосударственном уровне. Попрание таких основных прав во время ковида, прочих вещей, сама суть этих ковидных событий, прочие всякие события, которые мы наблюдаем, что есть ощущение, что все равны, но некоторые равнее, причем значительно равнее. Это да, но согласитесь, что внутренний цензор – это тоже субъективное понятие, Борис. Вы считаете, вы знаете, что... вот ограничивать зрителя от чего-то, это означает, что мы заведомо считаем зрителя идиотом. Что если он что-то услышит, то это, значит, так сказать, пустит в нем корни. То есть мы полностью лишаем этого самого зрителя способности принять решение. Соглашаться. Согласен. Но Соглашаться, такие... не соглашаться. Вот даже вот то, что YouTube выпнул все русские каналы. Понимаете? Все равно это бессмысленное действие с одной точки зрения. Абсолютно. Если мне очень хочется русский канал, я пойду просто в интернет, конечно, найду его и посмотрю на их сайт. Конечно. То, что Конечно. Я гораздо меньше их стал смотреть, да, потому что это заморочка идти и смотреть. Согласен. Вот. Согласен. Но с другой стороны, как бы, ну... Борис, ну давайте вернемся все-таки к общему понятию, да? Вот смотрите, мы с вами согласились о том, что внутренний цензор должен быть, если ты берешь на себя ответственность открывать рот немножко дальше, чем ванная комната, да, какая-то интимная. Ой, вы знаете, Но... в интимный как раз внутренний цензор нужен гораздо более. Ну да. Потому что последствия и санкции могут быть гораздо более болезненные. Да, согласен, да. Ну вот видите, тем более это усиливает позицию, важность внутреннего цензора. Но смотрите, я к тому, что внутренний цензор у каждого свой. И если я считаю не то, что предусудительным не подать женщине руку, когда она выходит из автобуса, да, а я это просто даже не думаю на эту тему, я это делаю автоматически. Ну, зря. В некоторых сообществах вы оскорбите женщин. Я вам больше скажу, когда-то в Швейцарии, там лет 10-15 назад, адвокат опоздал ко мне на встречу на 2 минуты, я никогда не жду. И я сел в общественный транспорт, в автобус. А чего я не делал уже, наверное, со школьной скамьи. И проехать мне нужно было одну остановку. Вот когда он догадался, что я уехал на автобусе и встретил меня, у него были глаза, как эти блюдца, а я был весь белый. Он говорит, вы знаете, это чудо просто, что вы сейчас вас не отвели в участок, да, и вы бы сели за sexual harassment. А все, что я сделал, это вошла дама в автобус. Я тут же вскочил автоматически и уступил ей место. Она не села, а весь автобус на меня повернулся,
на меня смотрел, и мне адвокат этот, вот, действующий... А свободных других мест не было? Были, но неважно, я так воспитан, я не могу сидеть в присутствии женщин. Ну да, я тоже так понимаете? Воспитан, но все-таки я пытаюсь, вот я живу в Канаде, я все время пытаюсь менять эти страты воспитания в зависимости от того, с кем я имею Борис, дело. мне было проще вернуться к своей концепции, не пользоваться городским транспортом и вообще держаться подальше от людей, понимаете? Да. Я не успеваю уследить. Еще я до Сингапура слева направо облетал полмира за всеми местными законами и подзаконными актами. Ну, Поэтому знаете, лучше... это люди любят, когда уважаешь. Я несколько раз заработал значительные деньги только за счет того, что перед встречей прочитал просто на интернете, каковы особенности культурных реалий того или иного народа или социума. И когда они видели, что я подчеркнуто веду себя так, как у них принято, даже в том, чтобы давать карточку двумя руками визитную, или там не говорить о делах во время обеда, а только когда принесут чай. Вот такие вот вещи. И для восточных, среднеазиатских, не звать их дочерей, которые подают к столу, присесть вместе с родителями за стол, не звать. И вот выполнив эти все условия, практически переговоры заключались в следующем. Сколько вы хотели денег? Я назвал сумму, он сказал, хорошо. И все. Смотрите, я вам как не состоявшийся ребе, но так меня звали лет с 22 не состоявшийся кто? Не состоявшийся. Ребе. А, ребе. Ребе. Вам как православному священнику скажу, что также звучит как записано. Начало анекдота. Да. Бутерброд дружбы народа. Так вот, говорят же, что в чужой монастырь со своим уставом не ходит. То есть все это сказано давно. По-английски это «when in Rome, do as Romans do». Да? Это нормально. Поэтому, когда, неважно кто, люди возмущаются, а почему, а за что, я говорю, послушай, ты считаешь, что ты приехал из цивилизованной стороны, какую-то нецивилизованную. Но это не важно, ты можешь так считать. Но если... Мне не нравится, например, что азиаты ковыряют в зубах за столом, вот так рукой при этом и ковыряют, или там причмокивают. Но у них это как раз считается дань уважения там, повару и так далее. Ну, не ходи туда, ну если тебе ты возмутился или выразил свое презрение, за это дали по морде, они абсолютно правы, я за них. Понимаете? Да. Вы же знаете, что в якобы несуществующих тюрьмах Соединенных Штатов один из видов пытки для террористов был там свинину им подсунуть, да, там, или какую-нибудь свинячью голову, да, это оскорбляет их религиозные убеждения, да. А если там это... украинцы, то наоборот, не давать им свинину. Не давать свинину, да, понимаете, вот. И касаемо, возвращаясь к внутреннему цензору, опять же, почему я сказал, что внутренний цензор помноженный на общеобразовательный уровень? Потому что вы можете цензурировать только то, что вы знаете. Невольные, непроизвольные ошибки обязательно будут. Если человек, ну, я не говорю хороший, плохой, но кругозор его довольно узкий, то он может обидеть или оскорбить непроизвольно. А если он еще и популярен, не так, как мы с вами, да, а его слушают десятки и миллионов, то обязательно среди них найдутся те, кто будет обижен и оскорблен. Поэтому я считаю, что помимо внутреннего цензора все равно должна существовать какая-то независимая комиссия или совет. Россия всегда увлекается, у нее две крайности, либо балаган, либо кандалы. Ну, давайте, промежуточное состояние очень незаметное. Из балагана в кандалы, из кандалов в балаган. Ну, такой юношеский максимализм имеет место быть. Мне бы не очень хотелось обсуждать, хотел сказать, единоверцев, но я человек не приверженный ни одной религиозной конфессии. Я одинаково уважительно отношусь ко всем. Я считаю, что это у каждого народа своя специфика. Ну, такие русские, а немцы вот другие. Любим мы так, да? Да. Тем более вы сказали слово «любим». Я считаю, что... Тем более я сказал слово «мы». Ну да, такое обезличенное обобщение. Да. Но все-таки согласитесь, любовь, она не за что, а вот уважение за что-либо. Поэтому любовь линейкой не измеришь.
А когда мы начинаем с вами что-то детализировать или обсуждать, или разделять, это уже больше категория уважения, которая за что-то, да. Вот за это можно уважать, за это нельзя уважать. Ну, и опять же, это все очень субъективно и какие-то под национальным зонтиком или каким-то... Я хочу вас поблагодарить за интересную беседу и надеюсь, что мы еще встретимся и поговорим и на другие темы. С удовольствием, Борис, почему нам не поговорить? У нас даже если мы с вами не найдем ни одной приличной темы, мы можем вернуться к Израилю, потому что о евреях всегда упоминают в каждой бочке. И главное, нам все простят и будут говорить, что мы молодцы. Правильно? Спасибо вам большое. До свидания. Не за что. До свидания.